Сьогодні в приміщенні Слов'янського відділу поліції керівники комітетів мікрорайонів міста зустрілись з начальником поліції Сергієм Алюшиним та дільничними офіцерами поліції, аби поставити правоохоронцям хвилюючі городян питання. Чоловік неадекватен, він населенню відноситься дуже неадекватно, угрожає, там бігає, кричить і все остальное. Раніше приїжджала опергрупа, приїжджала машина з нашої Семеновки. То есть этого человека, по крайней мере, хотя бы на 2-3 дня закрывали в буйном отделении, он приходил в себя. Сейчас как? У нас изменен закон УПК и так далее и тому подобное. Значит, я имею право только задержать человека до 3 часов. Свыше 3 часов я не имею права. Или я должен задержать его по 208 УПК Украины совершению преступления, или просто отпустить. Это раз. Во-вторых, сейчас по закону не только моих, но и так, человек, который, чтобы признать его психически больным, да, социально опасным, только по его личному заявлению или по заявлению кого близких родственников. Есть участковый врач ваш, который... Врач может... Участковый, он пишет письмо по обращению граждан, к нему обращаются 2-3 человека, к участковому врачу. Он на основании этих обращений пишет письмо в психиатрическую больницу. О том, что человек неадекватен. Если он есть справка. О том, что он социально опасный. И на основании этого обращения выезжает уже бригада и его госпитализирует. Що стосується вуличної злочинності, то в цьому році її кількість становить 69, але ж розкриття даного виду злочинів активно росте. В цю вуличну преступність не входить не тільки совершення грабежей, які відбуваються, а в нас йде зниження. И у нас на настоящий момент осталось нераскрытым только 13, по которым идет активная работа. Это очень мало. И если брать раскрытие представленное в абсолютных числах, то мы идем повыше областного показателя данной работы. Не допустили рост разбойных нападений на улице, их вообще у нас нет. Это хорошо, хороший показатель работы. Сюда пошли, почему рост, почему это выявление наркотических веществ, потому что мы занимаем на улице, это работа, будем так говорить, патрулей, участковых, изъятие оружия, которое двигается по нашему городу. Ну и другие, конечно, это ДТП, к сожалению, которые есть. Это те хулиганства, которые у нас есть. Кстати, их очень мало, и, будем так говорить, те, которые есть, у нас ведется активная работа, направление довести до конца, планируется в суд. Поэтому об этом можно говорить много, но работа ведется. Ми цю проблему знаємо. Одним із питань, яке хвилює громаду, є самогоноваріння. Керівники комітетів мікрорайонів міста цікавились у дільничних, як ведеться боротьба з цим незаконним бізнесом. Що стосується самогону, якщо раніше ми могли вносити, коли було законодательство, 203-ю проводити обыска, щоб зайти законно в жилище, то зараз уголовно-кримінальне провадження по ньому не возбуждається. І ми тільки можемо составити 176-ю і 177-ю статтю адміністративного кодексу. На сьогоднішній день за самогоноваріння поліція склала 74 протоколи та, безумовно, правопорушники покарані адміністративними штрафами. Так, ми виймаємо самогон у тих малоімущих, які не працюють. Там, звісно, складно. К сожалению, на хліб немає. А на самогон деньги есть, да? Вот в этом плане. Это беда. Но это беда, вы знаете, наша, всеобщая. Да, мы изымаем аппараты, мы их на месте уничтожаем. Все это мы высветливали и в статьях, и в Фейсбуке, и на нашем сайте. Обязательно все уничтожаются. Выливается брашка, уничтожается самогон после проведения экспертизы, и аппарат уничтожается на месте. Найбільше громадськість виказала обурення з приводу відсутності на зустрічі представників патрульної поліції, бо саме до них керівники комітетів мають багато питань та відсутності у місті опорних пунктів. Сергій Алюшин запевнив присутніх, що у всіх мікрорайонах хоча б раз на тиждень з населенням будуть працювати дільничні офіцери поліції. Патрульна поліція виїжджає на всю, там, де не треба слідчо-оперативну групу. Тобто, може бути, час якийсь. Но они у нас моторні. В соответствии с указанием начальника УВД, каждую пятницу весь гарнизон, весь личный состав выходит на патрулирование. Почему это сказано пятницу? Потому что по всем проведенным анализам в пятницу самый огромный всплеск на субботу преступности. В каком плане? Не воруют, не совершают, а пьют, гуляют. Машины, которые вы видели, нам подарили, а нам их дали 5. Это для нашего куста очень хорошо. 3 легло, будем так говорить, Славянс, да, которые могут нам теперь своевременно и быстро реагировать на сообщения и поведомления граждан, более эффективно их использовать, да, то, что был старый транспорт, то поломался, то
то не доехал, то колесо отвалилось в этом плане. И две машины пошло на лиман, то же самое, которые работают, которые используются, будем так говорить, все равно на благо людей. Поэтому я еще раз благодарен начальнику ОД, министру внутренних, которые все-таки вручили, нашли возможность нам дать и кабинету министров.